всем привет! В преддверии наступления Нового года я расскажу вам, как можно сделать замечательный подарок своими руками, и который будет радовать всех, кто получит этот подарок. Для того, чтобы сделать вот этот подарок красивый, мы используем несколько видов растений. И самое главное, нашу красавицу фитонию. Она необыкновенная красавица. Итак, всегда помните о том, что когда мы берем вот такой вот большой аквариум, всегда нужно помнить о том, что задний план должен быть всегда у нас высокий. Поэтому на задний план мы всегда ставим вот такие вот высокорослые, ну, в кавычках, конечно, высокорослые растения, которые будут быть основным таким вот звеном в данной композиции. Следующее, вот мы используем, вот, кстати, да, вот в этом аквариуме мы собираем те растения, которые чувствительны к влажности. Влажность для них это, наверное, ну, основное. Так как у нас сухой климат в квартире, и они очень страдают в зимний период. Поэтому вот произрастание вот таким вот ограниченном пространстве в аквариуме для них это считается оптимальным условием. Итак, берем вот такой вот фикус мелколистный. Дальше я беру вот такой вот такой папоротничек. В середочку мы ставим. По краю ставим фитонию. И здесь тоже фитонию. Все это можно отсыпать грунтом, посадить, то есть в грунт, а можно вот пойти вот таким путем, то есть отсыпать вот таким вот декоративным грунтом и оставить их в таких вот маленьких-маленьких ящичках, в горшочках, в которых они изначально были посажены. Еще для более яркости мы можем добавить вот такие вот декоративные камушки, вот так их разложить по бокам, то есть создается впечатление, ну, еще яркой такой, скажем так. Итак, смотрите, какая красота у нас получилась. Но чем не подарок к Новому году?